Ну, ощущение, есть небольшое разочарование от того, что не воплотили наши преимущества в голы забитые. У меня вопрос. У нас сегодня впервые Коробов сыграл после травмы, да и Григорьев вообще целый тайм сыграл. Оцените их вообще готовность и на общем фоне, как они выделялись и выпадали, общее впечатление. Общее впечатление они оставили приятно. Так что понятно, что они в связи с тем, что много пропустили, не готовы физически играть полный матч. Но, по крайней мере, усиление в этой игре от них исходило. Если прочитать комментарии в группе ВКонтакте «Факела», то многие болельщики недовольны игрой Яковлева. Как тренерский штаб сегодня оценивает игру Павла? Я бы не хотел на личности никакие переходить. У нас единый коллектив, и Павел Яковлев – это боевая единица нашей команды. «Факел» сейчас после этого матча находится на 16 месте. Насколько это устраивает тренерский штаб и руководство? Ну, я думаю, что место, которое мы занимаем, не думаю, что наша команда его заслуживает. И немножко нам не хватает того, что мы не забиваем мячи. Мы не реализуем моменты, которые мы создаем. От этого такое положение в турнирной таблице.